Мальчики так работают хорошо. Работают хорошо. Хорошую группу подобрал. Нет, я хочу их в Москву везти. Да. Можно двух вот этих баб, блядь, взять и в еврейских, блядь, и в сельском участке, блядь. Они как бы пойдут. Россия, Иудеи, Иерусалим, единое целое, и такой мост туда. Ебанем хрустальный, блядь, чтобы... Блядь, сельский участок. Снимайте, блядь, не живо. Петь, а громко петь. Делайте солисты потише. Да. Да, Кирилл, да. Баба в шляпе тоже пиздана. По границ говно. Значит, подсливаем немножко наши военные вооруженные силы. Пошло, теперь вот мы снимем. Хорошо, ладно. Мама в деревне читает письмо из Симаковки и следующий участок. А наш герой на границе попрежнему. Мальчик Курбискин с расчетом алкоголя, с сигаретами и свободными деньгами. А в это время наш герой обезвреживает негодяев и бандитов. Ну-ка, герой пошел. Миша, Михаил, я не знаю, не похуй.